12 декабря в Москве состоялось совещание руководителей и генеральных менеджеров клубов КХЛ. Встреча проходила в музее хоккея и продолжилась более часа. Представители клубов обсудили проблемы оснащенности арен, медицины и антидопингового обеспечения, количество телевизионных трансляций и посещаемость матчей. Разбирались все направления стратегии, и профильные вице-президенты отчитывались по направлениям. В частности, как раз давалась статистика, как улучшается качество самих арен. Серьезное внимание было уделено как раз выполнению аспектов финансовой устойчивости лиги, стратегии. И напомню, что следующий сезон будет заключительный, когда потолок будет зарплат мягкий. Дальше будет введение жесткого потолка зарплат. Помимо этого, работаем как раз и над расходами. Была показана статистика как раз расходов клубов. В рамках финансового фейерплея осуществляется проверка всех клубов, и по сопоставимым параметрам они сравниваются. И мы видим, что есть большая область для оптимизации, для улучшения. Был определен ряд клубов, которые входят в группу риска и могут быть исключены из КХЛ. Под ударом находятся «Адмирал», «Северсталь» и «Амур». Решение об исключении или не исключении того или иного клуба будет приниматься по итогам сезона. Встречи руководителей и генеральных менеджеров клубов КХЛ проходят регулярно. Здесь обсуждаются рабочие и оперативные вопросы и выбирается вектор развития лиги.